А перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также жми на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Поехали! Всем привет, дорогие друзья! Мы на канале Funny Games, и мы продолжаем играть в игрушку Tasty Blue, дорогие друзья. Так, ну что ж, мы с вами в прошлый раз уже, ребятки, начали играть дельфином. Так что давайте, собственно, продолжим. Я думаю, очередь скоро дойдет и до акул. Уже скоро пол игры мы, ребяточки, пройдем. Смотрите, сколько уровней мы уже с вами прошли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5. Ребяточки, 25 уровней мы уже с вами прошли. И давайте перейдем на 26-й. Посмотрим, что нас здесь ждет. Вау, ребята, да что это такое? Вы посмотрите, с какой высоты я падаю. Не может быть. Вай, спасите, помогите. Посмотрите, ребятки, какая просто-напросто высота. Это просто что-то, реально. Ну как такое вообще возможно? Скажите мне, а? Как такое вообще возможно, ребятки? Вы не подскажете мне? Вау, ребята, спасите. Так, дорогие друзья, надо, дайте попасть, дайте хоть одну поймать себе птицу. Да что ж такое, я не могу, о, одну птицу поймал. Не могу ни одну птицу поймать. Ай, да что ж такое, а? Плохой из меня ловец, ребяточки. Кому удавалось всех птиц поймать, ребятки, пишите в комментариях. Потому что мне довольно-таки сложно. Все, ребятки, сейчас уже упаду. Наверное, в море. Да, ребята. Вот уже тучи кончаются. Вот я уже в море падаю. Вау! Отлично. Ребят, ого, мы оказывается... Самолет мы пока еще съесть не можем. Он намного больше, чем... Но мы тоже, ребятки, не отстаем. Посмотрите, как мы умеем кушать. Отлично. Вау, самолет, ребята, вы видели? Давайте на него заскочим. Ой-ой-ой, нас чуть не разрубил пропеллер от самолета, ребята. Так, самолет нам еще раз нужно для того, чтобы самолет, ребяточки, сбить, наверное, нужно питаться вот этой рыбкой, чтобы вырасти большими-большими. И тогда мы сможем, наверное, съесть с легкостью самолет. 4,5 метра, дорогие друзья. Вау. Назад, плыви, отлично. Берем. Хорошо, молодец. О, ребяточки, круто. Мы с вами только что съели целый самолет. Ну разве это не замечательно, а? Так, ребятки, ну что ж, давайте перейдем к 27 уровню. Поехали. Ой, что это такое? Это, ребятки, оказывается, медузы. Вот, и мне нужно кушать, начинать с маленьких медузят, чтобы меня не трогали. Ну что ж, ребятки, довольно неплохо мы начали. Так, ребят, стоит отметить, что я не могу большой сильно медуз кушать, потому что я автоматически... О, ребятки, посмотрите, как я быстро расту. Ну, разве это не классно? Вау! Я уже медуз могу сказать. Да, ребят, никакие медузы мне не страшны. Дайте воздуха. Отлично. Неплохо. Довольно таки неплохо, ребятки. Отлично, дорогие друзья. И этот уровень тоже мы с легкостью с вами прошли. Так, ну что ж, давайте пойдем дальше. А что это у нас здесь, ребята? Вау, ого, вот это мы такие маленькие. Вот такой человек большой плывет. Это русалки, ребята, русалы и русалки. Так, а вон люди на лодке, смотрите, плавают. Выпустите меня, я чуть на лодку не заплыл, ребята. Я заплыл, то есть, на нее, меня чуть не увезли. Так, ну что ж, пока буду кушать вот эту рыбешку. Потому что моржи плавают, ребят. Так, что давайте вот так вот. О, уже и чай. Так,
пока мы русалов не можем кушать. Ой, русалки тоже здесь плавают, ребят. Я думал, только русалы. Здесь, оказывается, еще... Довольно неплохо. Так, отлично. Так, ребятушки, собираем вот эти вот штучки. Они нам пригодятся. О, ребята, мы можем хавать русалок. Вы представляете? Мы так легко хавали русалку. Ой, русала тоже, ребята, круто. Так, сейчас мы набираем массу и с легкостью сейчас съедим моржа. Я так думаю. О, ребята, тут глубоко стало. Так, моржи пока нас не трогают. Сейчас мы их будем скоро, ребята. Все. Отлично, дорогие друзья, классно, мы справились с этим заданием. И попроходили, много всего съели. Так, давайте к следующему уровню погнали. Что это здесь, ребяточки? Я не могу никуда поплыть, ребята. А, ребята, это мушли здесь. Это здесь мушли и это ракушки. Мне эти ракушки надо, наверное, потом попадать, чтобы оттуда забрать жемчужину. Ой, причинила меня. Извините. Ну где же этот жемчуг? Ой, опять прищемило. Так, вот так вот потихонечку будем брать, дорогие друзья. Аж пока не выиграем. Да что ж такое, а? Опять прищемило. Что ж ты будешь делать, а? Давай, открывайся. Давай мне жемчужину. О, отлично. Так, 13,5 сантиметров, дорогие друзья. Я сейчас уже немножко вырасту, я думаю, и я уже смогу съесть эти ракушки, чтобы они меня не прищипали. Видите, ребятки, они меня прищипают, и мне приходится заново потом все делать. Да что ж такое, а? Никак не могу поймать.
Отлично, 15,5 сантиметров у нас рост. Отлично, отлично, ребята, уже 16. Я скоро должен уже съесть эти ракушки, потому что реально мне уже надоело. Надоело бегать туда-сюда. Я уже хочу быть большим. Семнадцать сантиметров, ребят, мой рост. И это довольно круто. Так, ну уже, как же быстрее вырасти мне, чтобы съесть этих уже ракушек. Мне уже надоело туда-сюда прыгать, вы понимаете? О, все, ребята, ха-ха-ха, отличненько, дорогие друзья. Нам наконец-то удалось пройти этот уровень. Так, ну что ж, дорогие друзья, этот эпизод подходит к концу. Подпишитесь на Funny Games, это мой каналчик, дорогие друзья. С вами был, как всегда, Юра. Пока-пока.